На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Здравствуйте, меня зовут Елисеева Женя, мне 6 лет. Я живу в городе Смоленске. Владимир Орлов, мама и весна. Моя мама как весна, то как солнце улыбнется, то как теплый вечерок головы моей коснется, то рассердится слегка, будто тучка набежала, то как радуга дуга поглядит и засияла, как волшебница весна не присядет, не устанет. Вот придет домой она, и тотчас весна настанет.